пишутся законы, уж пусть они выполняются, и пусть перестанут плевать на людей. Пусть уже у людей будет нормальная жизнь, они хотят нормально работать, нормально жить, нормально получать те услуги, которые они должны получать от государства. Извините, если мы платим налоги, так мы должны, наверное, и жить по-человечески. И наша цель, чтобы в Кремле не заседал клан жуликов, а чтобы там была представлена истинная, честная и легитимная народная власть, наша власть. Ставить это положение нужна сила. Нужны организованные... Нужно понимать, что каким бы образом ни поменялась власть...